Вячеслав Свитер.
Сімо! Стартовий номер 17 – Артем Акулов! Представляю состав команды «Амурспидвей», город Благовещенск. Стартовый номер 7 – Павел Чайка. Стартовый номер 8 – Сергей Логачев. Стартовый номер 18 – Данил Голошикин. Представляю вам состав команды спортивного клуба «Мегалада», город Тольятти. Стартовый номер 9 – Даниил Иванов. Стартовый номер 10 – Сергей Караченцев. Стартовый номер 19 – Игорь Сайдулин. Представляю состав команды «Башкортостан», центр технических видов спорта имени Кадырова, город Уфа. Стартовый номер 11 – Дмитрий Колтаков. Стартовый номер 12 – Николай Красников. Стартовый номер 20 – Дмитрий Буланкин. Представляю состав команды «Каустик», город Стерлитамак. Стартовый номер 13 – Андрей Шишега. Стартовый номер 14 – Игорь Кононов. Стартовый номер 21 – Евгений Шаров. Мы приветствуем спортсмена в городе Тольятти. Давайте все вместе пожелаем удачи. И пусть победит сильнейший. Колонна спортсменов отправляется в боксы. Судьям приступить к исполнению своих обязанностей. Мы начинаем! Заключительный
которому верны. Итак, в красном нашлемнике Вячеслав Свитек, стартовый номер 5. В синем нашлемнике Харальд Симон, стартовый номер 6. В белом нашлемнике Павел Чайка, стартовый номер 7. И в желтом нашлемнике под 8 номером Логачев, Сергей Логачев. Каменск-Уральский против Благовещенска. Второй заезд. Позиции Максим.
участников. Итак, дорогие друзья, завершился четвертый заезд, в котором убедительную победу одержали представители города Стерлитамак. Вторую серию заездов. И в пятом заезде в составе команды «Торпедо ШААС» город Шадринск замена. В красном нашлепнике под третьим номером Артем Новик, в синем нашлепнике под номером 16 Александр Родин. Александр Родин вместо Данила Белоногова. За команду «Центр» по техническим видам спорта Каменск-Уральский в белом нашлепнике стартует Вячеслав Свиток, стартовый номер 5. В желтом нашлепнике Харальд Симон, стартовый номер 6. Итак, Шадринск против Каменск-Уральского.
Максимів, наш дивники. Я б зварилася вам. Все-таки Алексей Абруськин, я так понимаю. Максим Карпухин и стартовый номер 2. Алексей Абруськин. Первым на шлемнике победы номеров Вячеслав Свитек. В желтом на шлемнике Харальд Симон. Стартовый номер 6. Внимание, поехали, поехали, поехали. Сразу захватывает Вячеслав Свиток. Уверенно, уверенно. Все дальше и дальше отрывается от преследователей. И смотрите, какая жаркая схватка у нас за вторую, третью позицию. Алексей Абруськин сейчас ее обогнал. Пока разбираешь, что к чему представитель команды. Харальд Симон. Да-да-да, дорогие друзья. Харальд Симон прорывается на вторую позицию, но спортсмен желтого на шлемнике Харальд Симон, стартовый номер 6. Три спортсмена на выйдут на старт перезаезда. Максим Карпухин. Максим Карпухин, красный на шлемник. Алексей Абруськин, синий на шлемник. Вячеслав Свиток, белый на шлемник. Саранск против Каменск-Уральского. Новику и по большому радиусу все-таки
10-го заезда приглашаются представители Мегалады и Каустика. Красно-нашейники под номером 9 Даниил Иванов. Синие нашейники под номером 10 Сергей Караченцев. Белые нашлемики под номером 13 Андрей Шишеков и в желтом нашлемике под номером 14 Игорь Кононов. 10-й заезд. Внимание! Старт, старт, старт! В желтом нашлемнике Дмитрий Буланкин.
Тест, дамы и господа, 13-й. Я тебе расскажу. Я тебе расскажу.
Ну что же, чемпион Европы вот сейчас блеснул на выходе из первого этажа. Он лидер заезда. Даниил Иванов сел на себе. Имя прикрывающего, как говорится, и вот сейчас два представителя Мегалады лидируют в заезде и вслед за ними на третьей позиции.
возвращается. Артем Новик и рядом с ним в погоне за Артемом. Клуба на позиции лидера Дмитрий Колтаков.
Лисицького В'ячеслава Свідика. Дуель продовжується. Внутрішню дорожку зараз займає В'ячеслав Свідик. І смотрите, яка дуель. На першу позицію зараз проривається В'ячеслав Свідик. Приходите обязательно.